После победы над итальянской Пьяченцей в Лиге чемпионов, волейболисты «Зенит Казань» прилетели в Москву. Преодолев расстояние в 100 километров от столицы, казанцы прибыли в Серпухов, где 8 февраля провели встречу Суперлиги с волейбольным клубом «Грозным». В нынешнем сезоне коллектив из Чечни все домашние матчи проводит в Подмосковье на небольшой арене «Надежда». Видел оживленную публику. Конечно, очень радует, что в провинции, да везде мы, поверьте, где бы ни играли, где маленькие города, где немного видов спорта, где есть волейбол, и на него идут. Это есть здорово. Вот. Поэтому, если сегодня игра понравилась публике, я очень рад. Владимир Олекна предоставил отдых лидерам команды, а Алексей Вербов и вовсе наблюдал за матчем с трибун. Стартовый отрезок остается за хозяевами, которые играют уверенно и раскрепощенно 12-15. Но далее в двух расстановках на подачах Мочалова и Абросимова зенитовцы вырываются вперед. Яковлев атакует с хорошим процентом, да и блок казанцев становится непреодолимой преградой для хозяев. Один только Кобзарь трижды чехлит соперников, 25-20 в пользу «Зенита». По ходу всего второго сета подопечные Владимира Олекна методично наращивают свое преимущество, имея плюс 5 ко второму техническому перерыву. Но усилиями капитана грозненцев Виктора Никоненко хозяева сокращают отрыв до минимума. Правда, эйс Абросимова, скидка Кобзаря и удачные действия Апаликова сводят на нет усилия подопечных Арсена Кириленко, 25-21. Волейболисты Грозного даже при 0-2 на табло не собирались сдаваться. Да и ошибки «Зенита» на подаче лишь помогали хозяевам, которые повели в счете 21-20. Даже выход на площадку под овации трибун Максима Михайлова не помог «Зениту» в сете. Все тот же Никоненко в концовке дважды блокирует казанцев, 27-25. В четвертой партии игроки обеих команд допускают много ошибок на подаче. Тем не менее, зенитовцы уверенно ведут в счете 16-10. Вышедший в концовке Виктор Полетаев успевает набрать 2 очка, доведя дело до победы. 25-19 в четвертом сете и 3-1 в матче. Вязкая такая игра была, но все-таки мы победили, рад. Ошибок много с нашей стороны было. Это подача, атаки, там, немножко сыгранность. Немного еще не довели до совершенства, как бы свою. Хотелось победить. Те люди, которые играли в Италии, была возможность у меня. И хотелось дать отдохнуть. Неважно, они не вышли сегодня при любом исходе, при любом результате. Потому что, в общем-то, люди не машины. И есть какой-то лимит у них. Но я очень рад, что ребята, те, которые не играли и сегодня вышли, помогли и выиграли. Хотелось просто хорошо сыграть. По качеству не в каждом элементе, пока хромает нас этот элемент качества. Так как практики маловато у нас у второго состава, ну, надо использовать эти моменты, мы стараемся. Вечером зенитовцы вернулись в Казань. Команда получила один день на отдых. В понедельник ребята начнут подготовку к ответному поединку раунда 6 Лиги чемпионов против итальянской Пьяченцы. Приходите поддержать «Зенит» 12 февраля в 19:30 на трибуны Центра волейбола Санкт-Петербург. Билеты на матчи казанского «Зенита» доступны на нашем сайте. Выбирайте матч, место и приходите на игры «Зенит-Казань».